Привет всем, подписывайтесь на мой новый канал «Инвестор с нуля», ссылочка в описании. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка тоже в описании. Сегодня я хочу вам рассказать про новый женский тренинг. Я не знаю, кто это придумал и в каких городах он уже проходит, но фишка в том, что женщин там просят попрошайничать. То есть буквально подходить к мужчинам и просить у них деньги, либо купить какую-то вещь. Ну, хотя бы ему полстоимости дать. Ну, хотя бы четверть. И таких видосиков и историй становится все больше и больше. Какая-то инфопредпринимательница, видать, придумала новую фишку. Говорят, в Питере тоже, в Москве и в Питере уже тоже прошли подобные, так сказать, тренинги. И все больше в сети историй появляется, когда мужчина занимался своими делами, ходил там, по торговому центру, а к нему подходит девушка и говорит, что ей срочно нужно купить духи. Ну, окей, мол, ну, за твои деньги, молодой человек, купить духи. Ну, хотя бы половину дай. И тянет за руку, берет прям буквально в магазин и типа вот купи. И вроде так смотрит. Это у них такой... такое испытали, челлендж такой, да, надо вот, чтобы научиться просить, видимо, для космической энергии и так далее, выполнить задание, то есть сделать так, чтобы мужчина заплатил за тебя, купил тебе что-то, ну, хотя бы наполовину стоимости. Была такая одна инфопредпринимательница, которая там на доске рисовала с этим можно, а с другим нельзя, так вот у нее... было обязательным испытанием за выходные принести 15 тысяч рублей и отдать их ей. То есть каждая участница вот этого тренинга должна была принести по 15 тысяч рублей. Это еще несколько лет назад была приличная сумма, между прочим, которую та добыла мужчины. Ну, как это называется, мы с вами понимаем. А здесь сейчас вот такой вот интересный вызов. Ну, тогда ТикТока не было, а сейчас он появился. И я буду дальше стараться обзорить такие видео, так что если вы такое где-то встретили, где женщина подходит и что-то спрашивает, можно это все скинуть мне, либо такую историю, либо такой видосик, ссылочка на мой телеграм есть в описании. Вот так вот, берегите себя и будьте счастливы.